Считанные минуты остаются до официального старта международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой от всей души. Перед началом фестивальной программы участники мероприятия дали большую пресс-конференцию. Фестиваль семейного кино обещает стать семейным в прямом смысле этого слова. Ведь сами участники, артисты театра и кино, в Ульяновск прибыли целыми семьями. Например, актриса Татьяна Догилева приехала вместе со своей дочерью, тоже актрисой, Екатериной. Я приехала не одна, а я, в общем, с той семьей, которая у меня есть. Спасибо. С дочерью Екатериной. С семьей сюда приехали. Я представляю фильм «Хороший мальчик», который участвует в конкурсе. Самым молодым участником оказался 12-летний актер Иван Золотухин, сын народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Вместе со своей мамой Ириной Линд они снялись в фильме «Айнс». Я в данной ситуации впервые выступаю как автор сценария картины. И это для нас большое событие, что мы приехали сегодня на этот замечательный фестиваль, о котором уже много слышали. В районах Ульяновской области побывают практически все гости кинофестиваля. Выезды начнутся 27 мая, в День памяти Валентины Леонтьевой. Например, известная зрителям по роли в сериале «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко, помимо творческой встречи, поучаствует в показательных выступлениях кинологов со служебными собаками. Завтра Николаевка, 203 километра. Послезавтра? Но самое главное, я хочу сказать, что я так рада, потому что я очень люблю дорогу, я посмотрю этот чудесный край, я впервые на весь срок на этом фестивале, на все 5 дней. В этом году в программе фестиваля более 80 культурных событий с участием известных артистов, показы японских, индийских и немецких фильмов, Всероссийский форум «Регион кино» и открытие новых цифровых кинозалов. За время существования кинофестиваль наработал свой авторитет, наработал любовь зрителей. И я думаю, вы сами, наверное, отмечаете, что сегодня, как никогда, билет достать ни на открытие, ни даже уже на закрытие невозможно. Отличительной чертой этого года станет то, что все, кто не смогут попасть на открытие и закрытие фестиваля, смогут увидеть трансляцию на площади Ленина на большом экране. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.